Московская открылась пивная, там собиралась компания блатная. Там были девочки Мрусь, Роза, Рая и спутник жизни Васька Шмарвоз. Он заходил туда с воздушным поцелуем и говорил красотке Розе, потанцуем. И фрейрам всем здесь сидящим растолкуем, что есть у нас салонное танго. Держа ее, как держит ручку от трамвая, он ей сказал: о, моя Роза дорогая, я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, сплясать со мной салонное танго. Ну, тут Арончик пригласил ее на танец, он был для них почти как иностранец. Арончик пригласил Гарлантерейна, очень не посмотрел на Шмаровоза, между прочим. Красотка Роза танцевать с ним не хотела, она достаточно для этого вспотела. Но улыбнулась в ответ красотка Роза и покраснела морда Васьки Шмаровоза. Васек сказал в изысканной манере: я бы вам советовал пришвартоваться в сквере, чтобы в дальнейшем не обидеть вашу маму, и отошел, надвинув белую панаму. Услышал реплику маркер, известный Моня: об чью спину сломали кей в кафе Боржоми побочный сын капиталистки тети Бесси, известной бандерши красавицы Одессы. Он подошел к нему походкой пеликана, достал визитку из жилетного кармана и так сказал, как говорят поэты: я б вам советовал беречь свои портреты, но Вася Шмаровоз был парень пылкой, джентльмену наглому по кумполу бутылкой, официанту засадил он в ногу вилкой, и началось салонное танго. На Аргентину это было не похоже, вдвоем с приятелем мы получили тоже. Из пивной нас выкинули разом, и с шишкой на лбу, и с синяком под глазом. И вот пока мы все лежали на панели, Орочек все ж таки дополз до Розанели, и он шептал ей весь от страсти пламени: акру! Роза, или вы не будете моею, я увезу тебя в тот город Тумбатуми, ты будешь кушать там кишмиш с рахат лукуми, и как цыпленка шиком я тебя одену, захочешь спать, я сам тебя раздену. Я как собака буду беречь твое тело, чтоб даже кошка на него смотреть не смела. Я буду в баню в год ходить 4 раза, чтоб не пристала к тебе моя душа, зараза.